Друзья, всем привет! Приехали мы снова на акварель парк половить карпа на Воросном пруду. Сейчас собралась очень хорошая компания. Собрались, ну, как сделать мини-соревнование и попробовать еще раз половить этого сильного и бойкого карпика. Собралась вся элита поплавочного спорта Беларуси. С ними будет, конечно, очень интересно посражаться. Все очень сильные, все заряжены. И мы с Михалычем, как обычно, не упускаем возможность половить красивой бойкой рыбки. Сейчас пойдем, жеребьевка будет. Разойдемся по зонам. Уже он собрал полностью платформу. И будем расходиться уже после жеребьевки. Все, пошли на жеребьевку. Значит так, тащи сначала одну. Вот сейчас. 16. 10. Табунов Петр. Ну что, стартуем? Поехали. Второй тоже. Какой номер 10? 10. А у тебя? Я 8-й, 9-й самый. О, 10-й. В такой компании половить, конечно, это серьезно. Все готовятся. Красота. Плавочные баталии будут. Я смотрю, у всех тут всякие маленькие, таких мало. Ну что, в принципе, все готово. Расположился. Кит закормочный готов. Сейчас буду заводить. Все спортсмены уже, в принципе, готовы. Минута где-то. Кормлю в большой чашке, не кормил с нее ни разу, убирал, чтобы не рассыпалась. Могу предоставить исходники видео. Ну что, команда старт. Заводим оснасточку.
покажу пучку. Ага.
А? Но вообще на матч это, конечно, совсем другое ощущение. Я прикидываю, блин, палка это в три погибели. Взвешивает Андрей. Сейчас будут меня взвешивать. Ищи камеру. Петр, сегодня улова нет. Ох ты! Не по 40 килограмм, как обычно. Да. Сегодня, если десятка будет, да, то будет хорошо. Корзина Бигфиш решил отдать место 11. Блин! Сейчас, на секунду успокоить. Чем меньше рыбы, тем дольше прыгает. Да? Андрей, я проиграл тебе грамм 200. Да? Но... У тебя 11600, да? Но у меня где-то 11400. 300. 320 давайте. 320, да, давай. Тут не супер принципиально. Да, конечно. 320, все такие суперы, все они такие. Андрей проиграл одного язика. Да. Ну да, ну он 660, а у меня одного язика тебе проиграл. Двух. Ну, или карпика одного. Карпик. Не, вот это тех два обрыва. Я говорил, что это два обрыва тех. И они сыграют роль. Тут вообще, тут двадцатка должна быть железно. Очень хорошо ловил. Даже больше. 18-740. Сколько? 17. Блин, ну я что-то думал, больше будет. 720 там было, 17. Да. Не зря ты ездишь сюда. Ну, так, как? И, наконец, тройка призеров. Третье место. Кучинский Александр. 17 килограмм ровно. Саша, пожалуйста. Нормально. Экспериментатор. Спасибо Дмитрию Щербику за то, что он сделал медали. Да. И спасибо. Подожди, вон, возьми. Спасибо фирме Фидербай, которая сделала в качестве призов карповую плитку. Это все твое. Хорошо. Вместе с бетонной плитой. Второе место. Молочка Евгений. Вот, надо поздравить. Катинский новичок. Поздравляю. Это вот твоя шесть. Да, я уже не рассказываю. Вот, и это твоя Как я уже смеялся, смоляру можно заказным послать. Ну что, друзья, вот и закончились соревнования между собойчик больше. Классно посоревновались, сами видели, кто выиграл. Веса, конечно, очень отличались по зонам, но сегодня была рыбалка очень сложная по сравнению с прошлыми рыбалками, крайне сложная.
кар был неактивен, эти ночи стояли морозы, и, скорее всего, из-за этого он был очень такой пассивный, осторожный. Приходилось каждую рыбу буквально вымучивать. Начало было у меня хорошее, но потом ослабевало, и в итоге большинство рыбаков ловило на матче. Вдалеке стояла рыба, дальше, чем на штекер и на махалку, поэтому приходилось ловить далеко. Такая классная рыбалка, а мы сейчас пойдем перекусим и поедем домой. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, понравилось. Всем пока!